о том, кто и как учится создавать современные географические системы, а в БГУ изучала наш корреспондент. Наблюдательный, внимательный, умеет работать с большим объемом информации. Именно такой студент специальности географическая информационная система. Он обладает развитым логическим мышлением и хорошей памятью. Виктория Сумрач еще при поступлении понимала, что выбирает профессию, которая в будущем будет весьма перспективна. Студентка уже участвовала в разработке различных проектов, например, создание цифровых двойников архитектурных сооружений и памятников. Вот здесь вот изображен на экране модель геологического памятника природы музея камней в городе Минске в Орутье. То есть здесь вот показана 3D-модель как бы в будущем для людей, которые хотят посетить это место, чтобы они увидели, насколько оно интересно, и потом в будущем приехали туда. Быть на одной волне с природой. Именно так студенты описывают обучение на факультете географии и геоинформатики. Здесь как раз готовят специалистов, которые умеют собирать, хранить и анализировать географические данные и информацию. Первые занятия у студентов этой специализации прошли в 1999 году. А развитие в сфере программирования и географии позволили в 2015 году выделить направление в отдельную специальность. Ежегодно мы набираем ориентировочно-академическую группу, это 20 студентов. Как правило, это 15 человек на бюджетную форму и 5 человек на платную. Специалист, который разбирается в геоинформационных системах, участвует в создании карт, в оценке существующих объектов, а также учитывает происшествия, происходящие в мире. При этом умеет писать скрипты или, иными словами, программировать. Когда мы говорим ГИС, в первую очередь большинству людей приходит на ум ГИС-метео. И действительно, манипулирование, некий мониторинг со слоями метеорологической информации позволяет делать более точные прогнозы. Едва ли не каждый из нас пользуется, например, ГИС-опциями, когда планирует какую-нибудь поездку по Google картам. И вообще сфера применения ГИС постоянно расширяется в самых разных сферах. И она позволяет создавать новую, даже зачастую, информацию. Например, выбирать, вот на ум пришло, оптимальные места размещения новых агроусадеб по анализу всяких факторов, которые отдельными слоями изложены памяти компьютера. В отличие от программистов, специалисты геоинформационной системы хорошо знают предметную сущность того пространства, которое изучают. Поэтому квалифицированные выпускники этого профиля требуются в IT-компаниях, проектных организациях и в научно-исследовательских институтах. Для работы по данной профессии необходимо разбираться в физической и социально-экономической географии, экологии, почвоведении, картографии и в других естественных науках.